Здравствуйте, друзья. Это сорт розы Бургунди Айс. Вот такого темно-бордового цвета у нее цветок. Очень насыщенный, красивый цвет. Достаточно высокий куст. У меня растет больше в высоту, чем в ширину. Высота примерно метр. В прошлом году я ему ставила кустодержатель, в этом году привязывать не стала. Побеги прямо стоячие, цветет шапками такими на концах побегов. Ну, он уже у меня цветет давно. Решила показать вам. Все-таки этот сорт. Сорт, безусловно, достоин внимания. Цветок диаметром 8 сантиметров. Здесь еще есть бутоны. Немножко показывает белый реверс. Такой. Практически нет запаха. Есть, но очень слабый. Вот так стареет цветок. Осыпается роза сама. Вообще, я бы не сказала, что у нее такие уж прям прочные побеги. Побеги все-таки подвязывать нужно. Шипов очень мало. Шипы есть у основания куста. Сейчас вам покажу. А вот такие редкие, небольшие, красного цвета. Выше шипов уже нет. Сейчас роза высокая. Но когда вот эти вот шапки цветов отцветут, мы ее низко обрежем. Сейчас покажу вам как. Вот это все мы будем срезать вот до сюда. То есть практически половина куста у нас уйдет под обрезку и будет опять низенький кустик. Розочку очень удобно сочетать. Она у меня сидит рядом с поэзией. С этой стороны бременские музыканты. А здесь на переднем плане Маньшон и Гарден. Но он еще не зацвел. Очень интересный, красивый сорт. Кто-то говорил, что кустик жидкий. Ну, я бы так не сказала. Может быть, в начале, в первые два года он и жидкий, а потом все-таки роза возмужает. Побегов дает много, зимует хорошо. Лист крупный, темно-зеленый, глянцевый, вот такой здоровый. Роза у меня ничем не болеет. Очень неприхотливый сорт и очень необычный. У сорта вот такая серединка темная, с темно-бордовыми тычинками. Люблю эту розочку. Всем рекомендую.